Красиво как? Ты что, у нас не гости, так жареная рыба. Ёшкин ты кот, друзья, всем привет. Да, хвостики подняли, потому что рыба свежая, великолепная. Все, могу поздороваться? Да. Друзья, всем привет, с вами Детский Рыбман. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, что все так жили. Ты шо, свежий бычок в каждую хату? Килограмма по два, иди покажу. Это мы в гостях у известного голубчика города Одесса. Замечательный, великолепный человек, чья жена Надя. Вот та, что вчера родила, а сегодня уже преподает. Ты шо, скульптор, я бы сказал, своего тела. Ага. Мы еще попросим тренировку на траве провести. Да, Жека, все нормально, да иди сюда, мы же у тебя в гостях. Что я хотел сказать, короче, слышишь, здоровенькие были, Женя, я расскажу, почему голубчик. У него такая коллекция голубей, вау. Вот тот кино, как оно называлось, «Любовь и голуби», вот то ни о чем, надо будет переснять. Я тебя хотел попросить, научи меня обрезать виноград. Понял? Это будет следующее, когда ты мне за голубей расскажешь. Вот это ты, конечно, молодчага, я думал, что у тебя Надя там. Бицепсы, трицепсы, пресс и шпагат. Ну ты там тоже молочага стараешься. Вот мне кажется, что-то в испанском стиле, а? Как у них там эти готическое что-то, не? Женя молчит, дар речи потерял. Так а что ты показываешь рыбу, а я людям трушу за вот эту шелковицу? Это не шелковица, это, по-моему, черешня. Ну уже шелковица, была черешня. Ну красиво. Ты шо? Смотри, что мы делаем. Жека всю ночь был на рыбалке. Я не скажу где, но поймал, ребята, те, кто знают, что это за бычок, это называется зеленчак. Вкуснее бычка не бывает. Вот век на лодке не кататься. А ты видишь, это самое концентрированное, самое вкусное. Короче, вот что Боженька могла засунуть в бычка, вот оно у меня в руках. Боженька, спасибо за этот шикардос. А еще у Жеки есть такой рецепт. Как ты говоришь, старинные лиманские рыбаки тебе рассказали? Да. Рецепту 130 лет было, кстати, вчера они ездили отмечать. Угу. Уха из деликатеса. Печеночка? Мы покажем. Все, ребята, интрига. Там ты что, там у нас сидит, как это, усатая интрига? Мы не скажем, кто там. В гостях уважаемый глубоко человек. Так вы не пора вам доставать? Бичков? Да. Нет. А, ты пришел с посуды? Жека, подожди. А я думаю, что ты попрошайничаешь. Уже хотел стать оператор бабки, гони. Он так красиво стоит, что хочется ему что-то дать. Или рано еще? Катюша, да дай немножко чуть-чуть пожариться, рано еще. Я тебя позову. Там я же слышу, что ты какой-то шикарный, приятный, знакомый мне долбеж. Кто там? Где там? Как в этом? Пам! Старейшина сидит. Пам! Пара-па-па-па-пам! Бу-ма-ти! Мараджан пришел. Что ты там делаешь? Здрасте. Ты как меня нашел? Ага. Не, короче, сегодня Марат готовит плов, но чтоб мы не померли с голоду, пока он плов приготовит. Мы решили быстренько пожарить рыбу, там же варит уху, короче. Что там, у тебя все нормально, сегодня какой плов? Сегодня специально для Жени сладкий, праздничный, свадебный, ну, в честь Мирончика, в честь родившегося у нас мальчика. Сегодня и у Мирона, и у... Фу. Что? А я стою из-за угла. Вижу, стоят девочки, и вижу голову Миланги. Думаю, вылезла с коляски и стоит. Думаю, быть же такого не может. Но Свету я-то не увидел. Света, что ты какая молодчага? Ты бы хотя бы сказала. Папа, дай мне. Фу, аж вспотел. Пошли голубей смотреть, ну его в баню, правильно? Марат готовит плов, рыба у меня не сгорит. Голуби, там такие голуби, там такие голуби. Я вообще таких не видел. Скамеечку вот эту качающуюся и часами. А вам малыша показывали? Это маленький вылупился? Ты что, на тебя похож? Сейчас я ему покажу. Жека вылупился? Да. Вы что, уже уху сварили? Ты что, Наденька, уха уже? Не я, конечно, муж постарался. Да ты что, Жека у тебя ювелир. Мама дорогая, помидор, как он сварил. Это, ребята, это не пельмени, это не равиоли, это головы бычков и печеночка. Варится быстро. И очень вкусно. А как она пахнет? За 10 минут он сварил. Да, молниеносно. Женя, Надюша, что давайте это? Насыпаем. Ребята, а те, кто не знают, все. Как я говорю, вчера еще в роддоме лежала, а сегодня уже вышивает. Надя. Проведи ему тренировку, в Инстаграме Надежда Наденька Надюша. Я оставлю, так что заходите, подписывайтесь. Сейчас на даже траве, не говорите, что отлипована. Она такое мочит. Человек, который придумал, что? Да они же тебе не мешают, пусть они играются. Они прям сюда брызгают. Ладно, уже не брызгают. Да. Все, я что хотел сказать. Марат, у вас Надя... тренировка. Организуем тренировку, Серый, ты мне обещал. Обязательно. Ты иди сюда, ну, в баню всех.
такие грамотные. Ладно, я не воспитанный, не образованный человек. Ну вы же ученые. Ну кто вас учил, что можно людей перебивать, не дать договорить? Ёлки-палки. Да ты просто слишком много говоришь, тебе хрен перебьет. Ну, у вас получается, что вы понимали. И это мне не очень нравится. Боже, 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 неужели я это сейчас буду есть? Марат. Я недавно на днях кайфанул, когда заходил Серега с привоза. Быка, да. Известный ножевник, да. Он принес тоже собственноручно выловленных бичков. Там было 1,5 килограмма. Мы их так снесли, и я подумал, ешкин ты кот, а чего ж так мало? И тут тебе боженька послал Жеку. С 3 килограммами, в 2 раза больше. Эх ты, шикардос. Они готовы. А готовы к чему? Тренировку преподавать? Шо у вас? Жека, шо это, слышишь? А шо ты гоняешь беременную? Да я чуть поношу, елки-палки. Давай вдвоем. Шо, варочная поверхность? И Марат. Да, давай, вот сюда. Все, Наденька, бери баллон, пошли. Елки-палки. Понятное дело. Слышишь, Надя, построй надо было... их всех. Слышишь, проведи им тренировку на траве. А барин ходит. Наденька, положи его. Пускай а барин мужчины ходит. Повторят не, за тобой. Он композитный, легкий, обалденный. Да. Все, шикардос. Кому надо, слушай, а вот зима не за горами, да? У нас. И я вижу, что активность у нас, ребята, возросла. Короче, кому надо вот такой хороший баллон, есть композитный, есть железный, все безопасные. Гриликс, Дениска, встречай. Скажите, Андрей Павлович скидку сделает. Ага, хорошую. Что дальше делаем? Да ты обещал об голубей показать уже 4 раза людям. Ну и что, обещанного сколько ждут? 7 раз? Давай, Жека, наливай уху. Голуби никуда не денутся? Нет. Все. Давай. Ох, бычки, бычки, бычки. Я уже хочу ту уху известную попробовать. Ты что? Какая-то специальная, понимаешь? Если я говорю, что рыбу надо непосредственно солить перед тем, как жарить, то там рыбаки столетние говорят, что надо за час солить. Но это касается именно этого бычка. Он сладкий. За час посолить ее? За час, да-да-да. Катенька, это что, забыла, что это зеленчак? Он сладкий, бесподобный, очень вкусный. И на контрасте вот этого вот соленого, я думаю, что будет шикардос. Тем более, кто я такой, чтобы... со столетними рыбаками спорить. Люди на этом зубы съели, новые вставили и еще раз их съели. Ай-яй-яй, картина маслом. Жека, ты меня, конечно, удивил этой ухой. Да, а мы приходим. Я сейчас, мы приходим, а Жека говорит, Серега, я знаю, что ты один в Одессе такой, но я буду тебя радовать по полной программе, короче. Ага. Удивлять. Ну да, недаром же я известный голубчик в Одессе этот. И он стоит, короче, и каждого бычка оттуда печеночку достает. Шо, мы готовы? Да ты шо? Это я с удовольствием сейчас руки помою. Оператор, эй, ты бросай, снимай, давай перекусим чуть немножко. И потом, а потом я тебе... Точно я ей голубей покажу, понял? Нет. Чей это хлеб, не знаю. Марат, что ты расскажи людям? Серый, помоги намазать. Масло? Давай. Вкусно тебе было, невкусно? Это очень вкусно. Я первый раз в жизни такое пробую. Это... это претендует на number one вообще. Шедевр. Оно не претендует, оно уже выиграло. Ребята... Просто обалдеть. Дай бог мне здоровья и терпения. Посмотрите на эти лысые тарелки. Я ждал, пока докушает оператор, чтобы вам показать, что это такое. Это, Катя, это не закатывай ты глаза. Вообще-то я детей кормила. А что я не тусал? Пока докушает оператор. Это одно и то же. А, ну конечно. Вы же одно целое. Ну ты да, и дети. Естественно. Кушай, любимый. Приятного аппетита тебе. Смотри, не захлебнись только. Жека, это какой-то божественный нектар. Вкуснее только вилково, понял? Ну, я так уже чисто липование. Вот это праздник, елки-палки.
Я не знаю, как назвать ощущениями печеночку. Даже фуагра у улитки не такая нежная, как у бычка. Это просто... Шедевр. Женя, целую руки твоих рыбаков, брат. Эх ты, мы с тобой обязательно поедем, порыбалим, поймаем и детально людям покажем на весь мир, как это еще и готовить. Смотри, аж канарейки твои запели. А голубей, ребята, мы покажем, не переживайте, мы не забыли. Марат еще даже плов не готовил. Марат, Джан, хватит целоваться с бычком. Елки-палки, а? Я не хочу уже плов. Давай на завтра. Ты. Надо, потому что правильно огурцы употреблять. Правильно, я за это говорю, ты пей, я закусываю. Обалдеть. Закрытие наливаю, тоже его. Рецепт тоже столетних рыбаков? Да. Вот это мы сегодня заехали в рыбколхоз, елки-палки. Ты что, прямо именно какая-то кухня. Что, дай вкусить. Солнце и луна поют мне песню вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю или благодарю за то, что я тебя люблю. Ай, огурец, вах-вах-вах. Что, погнали голубей смотреть? Я вообще думал, что мы сегодня снимем... Ой, Жека, как ты красиво наливаешь, брат. Ты что, пить вообще не собираешься? Надя, не прячься. Только пену? А что она? Наденька, я еще... Бегом пошла груди прикрывать. Я еще видео не смонтировал. Я еще видео не смонтировал, а люди уже не верят, что ты можешь на шпагат сесть, не садясь. Не надо вот это сейчас меня брать. Надя, Надя, иди поставь их на траву, и пускай они там тебе просто сделают. Просто ногу, как ты в Инстаграме показала? Так ты же не шпагат. А, вот это вот? Столетие. Марат, а ну, слышишь, оставляй бухать, давай. Сейчас Надя нам преподаст урок, ты можешь вот это вот сделать? Так, Надя, покажи. Давай, чтоб я... Как это? Не надо кого-то на руки взять. Бери его. Бери Марата. Бери Марата. Я хочу, чтобы ты вот так прыгнул и ногами меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай. Берешь ногу за пальчик большой. Хоп. И встаешь. Иди поймай меня сзади там. Не, у меня что-то не с тем пальцем. Давай, может, я с другим, елки-палки. Давай. А ты просто на кости. Я в шоке. Блин, потренируемся. Оператор, вырубай, стыдно. Стыдно, у кого видно. Нет, давай ты садишься, а потом Катя монтирует, ты встаешь. А, да? Не, я раньше так делал. Ну, то ж кота. Молодец. Хопа! Пошли лучше голубей смотреть. Марат, дай пиндос. Толкните его. Эх ты! Ёшкин кот, оператор. Снимай внимательно, будет залипательно. Ребята, если у нас там есть там голубятники или как это, голубоведы, заводчики голубов. Любители голубей. Голубей. Любители голубей, тогда это вам. Ты шо это за фазаны такие страусиные? Катюня? А. Тебе видно? Конечно, видно. Это тетерев какой-то? А? Жека, что за носы у них такие? И шеи длинные. Ты их сам вытягивал? А, я понял, ты им бил нос, короче, потом вытянул шею. Говорит, давай, готовьтесь, Липован едет. Вот красивые. Катюша, давай ты зайдешь в клетку. А что ты не зайдешь в клетку? Давай я. Вырубай, ну его в баню. Все, сломался оператор. Давай, до свидания, наконец-то. Все хотели, чтобы оператора поменяли. Теперь я ваш оператор. Давай. Что? Женечка, да оставь ты покой, ну никто же не снимает этот шедевр через клетку. Иди. Я иду к тебе, родной. Так. Как сюда заходить? Ёлки-палки, welcome, голубиное царство. Женя, а ну рассказывай людям, что это такое, как они называются, что это за порода? Дамский турман. Дамский турман? Да. Красавец такой. А сколько видов прямо всего у тебя? Прямо какой-то стервятник. Четыре вида? Так, дамский турман есть. Очень красивый. Ты шо, глаза какие? Я вообще такого не видел никогда. Обалдеть, Жека. Шедевр. Ага. А ну давай другого смотреть. Женя, они нервничают. Жека, я иду к тебе. А вот это что за шедевр? Это выставочный почтовый.
Почтовый выставочный? Да. Очень красивый. Ты шо, голубь мира? Слушай, у него даже, я думаю, это вавка, а нет, это сердечко на носу. Это ты понял? Такая. Роговица какая красивая. Ты чудо. А вот это шо? Это украинская почта. Так и называется? Да. Наш шедевр? Называлась. Ты шо, истребитель? По-другому. Обалдеть. Это ж быстрые голуби, да? Да. Короче, если ты захочешь нам письмо прислать, ты с помощью голубя легко пришлешь, да? А нам тоже надо? Знают где. А нам тоже надо иметь голубя? Да. Они ответ даже отослать. Ну, серьезно? А твой короче, мы, смотри, мы берем голубя. Моего. Так. И он прилетит ко мне. Мы должны взять голубя, дать ему записочку. Когда приедем домой, типа мы приехали, да, и отпускаем его. Проходит пару-тройку минут, Джека видит, что голубь вернулся с запиской, типа, либо вам добрался. Будут жить у вас. Даже год? Да. И все равно вернется? Боже мой, это красавец. Так, это третья порода, еще есть четвертая, да? А малыша покажи. Ёлки-палки, Жека, это просто песня. Слышишь, а ну держи, вот так я сейчас зум переключу. Ребята, приготовьтесь, сейчас будет супер кадр. Он поет, да? Ты шо, какой классный, обалдеть. А, вот это, они еще быстрее быстрого? Ну, не я понял. Не мучайте. Это спортивные, да, и хочется. Вот я спортивная, да? Да, а вот смотри, орел какой сидит, ты шо? А вот голубка. Ой-ой, моя голубка, ты мой шикарный сон. Ой-ой, моя голубка, в тебя я весь влюблен. Один самец, одна самка. А, на каждого самца по самке? Да, да, и не меняется пара. Покажи уже малыша. А, Жека, покажи же голубенка. Ребята, ты шо? Вот пара такая. Очень красивая. А, это тоже вот эта вот пара, да? Вот пара, да. Вот самец. Ага. Ты что, я сейчас наговорю, что он подумает, что я голубихи пристаю. Не, братик, все нормально, она твоя. Красивые. Они что, на яйцах? Нет, нет. А, просто? Только будут. Слушай, ничего себе, у них тут общежитие хорошее. Квартира коммунальная. Ой, красиво, ты такой молодец. Жека, это твоя мечта была такое сделать, да? Да. О, не, выходи, выноси его сюда. Красавец, динозавр, выходи, выходи. Обалдеть. Ёлки-палки, ребята, кто такое видел? Да, уже... А ты сам и уже в кольце? Да. Окольцовано, околдовано. Блин, птеродактиль. Точно. А? Точно похож. А какой носик, Жека, уже породистый. Да. Скажи мне, может, ты их все-таки шалбанишь, не? Чтобы оно опухало до определенных размеров. И уши какие. Я не знал, что у голубей есть уши. Ребята, я теперь знаю все. Ты посмотри. Обалдеть. Тихо, не ори, а то он все слышит. Какие. Красавчик. Слышь, а что они едят? Их мама кормит? Да, с ротика. Приносит, да, именно как? Мама и папа. Папа и... больше. А, папа больше? Я же всегда говорил, что мы с тобой лучше. Да, понятно. Ой, да, да, еще там, как это, дифирамбы друг другу спойте. Ты не захотела в клетку заходить? Вот там сидит за заборами неварняк, и мы тут главные. Это просто какое-то чудо голубиное. Он кричит. Он кричит, они повылетали. Он пищит, а это вот, вот мама и папа. Все, Женечка, неси домой. Спасибо огромное за экскурсию. Так что, ребята, голубятники. Кому надо, пишите Жене. Да, через Надин Инстаграм, правильно? Надежда, Наденька, Надюша. Заодно, помимо того, что там голубей увидите, так еще и на шпагат сможете садиться. Не, чего ты, дай Жене лично Инстаграм. Шо-шо? Ты дай лично Жене Инстаграм. А у Жени есть Инстаграм? Ну, у него всегда был. А я не знал. Ну так, я знал. А это кто? Ай, да не волнуйтесь, я свой, елки-палки. Какие же вы красивые. Как переливается он. А, это из такого маленького вырастет вот такой, да, черный сизый красавец? Да. Дамский турман? Ты шо? Скажи мне, а у нас выставки проводят? Он какой-то сизо-фиолетовый. Да, он весь. Это сейчас линяю. Ага. Будет. И потом будет еще красивее. Да. Обалдеть. У нас выставки есть такие? Да. А что ты говоришь, у тебя, как это, парочка голубей от Майк Тайсона заедет? Да.
Ты что, ребята? Это не шутка, хотя мы живем в Одессе, да. Тайсон был здесь, оставил после себя помет. Да. Пару яичек, да. Ребята, да, наши, да, ребята наши на привозе вырастили, теперь продают голубей, как Тайсон. Я не знаю, какие они красивые, но бьют, наверное, так, что мама дорогая. Слышь, мы что, в гостях у сказки сегодня? Канарейки чирикают. Узнала ты? Надя здесь занимается ребенком. Надюля, голуби у вас, конечно, шикардос. Обалдеть. Красивейший. Ну, ничего, Женя, не расстраивайся, все равно они очень красивые. Не, отлиняют, короче, мы еще к тебе приедем, голубей посмотреть. Ёшкин ты кот. О, Марат, баньку принял уже? Что, вы уже будете кормить? Ридненький. Скажи, Жека. Масло где? Жека, вот. Ты здесь? И Курдюк сразу, Жень. Эй, Марат первый брат у твоего казанчика, да? Да, да. Нет, они же недавно, Жека берет казан. Заезжает рано утром за Маратом. И они по всей традиции, до захода солнца или после востока луны. Короче, рано утром заехали, прокалили его, довели его рано, до рано, рано Сигундера, утром. Да? А, что? Ты вспомнил? Рано-рано утром встану, папиросочку достану и забью я чудный косячок. А потом я расхумарюсь, сам себе заулыбаюсь, потому что старенький торчок. Опа, опа, да буду папа. Э, что? Ты меня, зачем ты такое со мной делаешь? Это не так его жарили? Зачем со мной такое творишь? Не, они его прокалили солью, маслом. Вот сделали все то, что надо. И никакого уксуса. Угу. Имели горький опыт. Спасибо, боженьки, живые остались. С Маратиком. Хотя, уже весь мир видел. Ну, а если ты, мой друг, собрался покупать себе казан и не видел, как мы его прокалили, посмотри. Чтобы глупостей не наделать на наших ошибках, сделай себе правильно. А этот казан уже именно готов к сегодняшнему шедевру. Такой плов приготовим. Ты что, свадебный, настоящий. Ай, Марат. А, слышишь? Ненормальный, куда ты пальцами лезешь? Я там что-то было лишнее хотел убрать. Масло налил, зигер у меня в руках. Ты ж, где ты его? Ты где его нашел, все, брат? Можно, его же нет. Вот что мы ребят рекламировали, ну, давали телефончик. Уже появился. Каких? Зигер. На привозе. Можно заказывать? Можно заказывать, можно приезжать покупать. Да ты что, ты нам взял 3 литра? Я нам взял маленькую пока. На пробу? Да. А хорошо. Ребята, помимо зигера, да. Плов-то такое, сегодня есть важная информация. Помимо зигера, если там вдруг... Нужны есть... голуби? Скажи мне, а как правильно называются те люди, вот голубчики? Заводчики голубей. Голубоведы. Голубятники. Голубятники. Короче, ну, какие ребята? Голубятники? Голубятник — это то, где они живут. Чего тогда не котятники, не собачники? Голубая. Жил когда-то на свете, там брат один другим братом, то не про заводчиков. Катя, перестань, пожалуйста, я хотел сказать важную информацию. Угу. Короче, если вам вдруг, ребята, говорите, вот то голубятники, кому надо. В красную крышечку. Шо-шо? Говори в микрофон. Женечка, я хотел сказать людям, что если вдруг надо голуби, обращайтесь к тебе. Но спасибо вот этой везде. Решим, скажу, Женя попозже. Сказала, решим. Что ты решишь? Женя сказала. Что ты решишь, человек, который все время перебивает? Что ты можешь решать? Я понял. Ты одна решаешь, когда ты можешь кого-то перебивать. Я понял. Раньше думал, я такой. Теперь получается, заразная эта ерунда, понял? Научилась это перебивать. Это просто со стороны. И видишь, все время как перебивает. Оно выглядит по-другому. Я еще раз хочу сказать. Ребята, голубоведы, говорю, если вам вдруг говорить. Надо, мне пофиг, что ты там говоришь. Если вам вдруг надо, голуби, которые есть у Жени, пишите ему в Инстаграм, да. Вот Женин Инстаграм, поменяйтесь. Может, у вас есть голуби, которые тебе надо, правильно? Да. Вдруг махнуться или там что-нибудь. Надюня, купить, ты не против, чтобы Жене писали насчет голубей? Ну, ты же сказал, что через меня. Короче, если вам надо не просто голуби, но к Жене, пишите через Надю. А если вам, ребята, надо что-нибудь там с яйцами, со шкарлупой, и чтобы еще так делали, это сразу к Жене. Наденька, не переживай, слышишь?
Ни один голубь в мире тебя не заменит, Цыпочка. Ты еще посмотри на эту прелесть. Ёлки ты палки, ты еще. У тебя такие яички, такая шкарлупа получается. О, это наш ребенок у тебя? А я думал, нифига, красивый такой. Ты что? Как я говорил, когда ваш появился, главное, чтобы на меня не был похож. А тут я уже чуть-чуть не этот. Чего? Про нашу Милане пишут, что она на Марата похожа. Так это Марата дочка, вы же не знали? Вы думаете, что он на руках носит, елки-палки? Жека, есть что поносить? Да, что пусть уже и про тебя. Пусть уже и про твоего говорят. Пусть про тебя уже херню думают. Давай, что там, дай голубя поносить. Рано-рано утром встану, зигирок чуть-чуть достану, и туда его я утоплю. Эй, Марат, давай я что-нибудь уже добавлю. Да, ты видела, как он красиво, филигранно? Обновляется, эти штуки обновляются. Да ты что, сегодня все новенькое. Ох, какая у вас красивая. Слышишь, а что у Жеки на Василе случилось? Наденька родила, а мы все никак да никак, никак да никак. То ты в Израиле, то я на стройке, а тут тебе все звезды сошлись. О, все, закусь уже выловил. Два вида кураги, два вида изюма. Одну курагу на отопленном масле немножко сбалансировали. Два вида повара. Та остатит покой у нас 1 400 000 рецептов за плов. Причем разные вот, есть. Не залил кочергой. А, ты хотел кочергой поменять? А потому что на солнце перегрелся. Ребята, жара такая, что мама дорогая. Что ты говоришь? Чтоб ты в тенечек стал. А, принцессу нашу? Да. Красавица. Пойдешь со мной купаться в бассейн? А? Или по траве лазать, ползать? А ну смотри, Катюня сейчас будет удивительная рядом. Опача! И шо? Я накрываю. Эх ты чудо! И шо? Классно? Да, Марат Джан, накрывай плов крышкой, следующий кадр дадим, когда уже будет там красиво, когда замечательно, великолепно торчать рис. Фу, последние деньки лета, правильно? Только что пролетело, пипец, а нам еще строится как минимум месяц. А умные люди говорят два. Кошмар. Что же это мы так затянули-то, а? Не знаю. Даже под березами с тобой чай не попили ни разочку летом. Да? Да. Да не, ну летом жарко чай пить. Посмотри. Давай нам хотя бы зимой. Слышь, что вы там развалились, как эти елки-палки? На хозяина голубей. Ага. Не, на самом деле, если там это голуби, чисто для подписчиков Липована, парочку-тройку там пар может организовать, договоритесь, продать. Угу. Ты что, я таких и не видел? Обалдеть. А может, не я один такой? А может, люди всю жизнь коллекционируют голубей и таких, и хотят, а не знали где. Так будете знать. Не, а он не шутил. Майк Тайсон в Одессе здесь имеет дачу, недалеко от Джеки. Женя! Да? Сам уехал в Америку, а голубей оставил. Я не могу зажечь, что твою прикол. Ай, сим салабим, ляски масяски. Два раза сделай, и она загорится. Блин, как красиво. Ульяночка? Ой, Ульяночка, извини. Милаванюшка. В детях запутаться, представляете? Да, такое бывает. Рвать можно, но есть нельзя, поняла? Она вкусная. Говорят, но я не пробовал. Вы сейчас суп... О, море-море. Так ее надо щипать, чтобы она лучше росла. Перда на скалам и ненадолго рассвет озарив. А не, другая, я же сегодня другую песню пел. Какую? Про косячок или про такую романтическую? Ага. Что? Романтическую? Да. Мою любимую. Не про косячок. Что-то там небо над землей. Угу. Какими-то красками мы идем с тобой. Угу. В поход за сказками. Да. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Кто сказал забеременеть? Я выхожу. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все открывали вот тот плов, что Марат вам показал. Марат Джан, выходи. Да, еще? Видос у тебя еще тот, Сережка. Я хотел спросить, Джека, когда у тебя день рождения? Я тебе подарю. Марат, хочешь, так сделаю? Одевай мои трусы. Давай уже. Ты что? Блин, уважаемый. Дай. Эй, Марат. Ты сел.
Катюня, замри. Наедь сюда шикарным кадром. Ты посмотри, как у него кучерявится Марат. Ёлки-палки. Волосы на твоей груди завидуют этому рису. Ты посмотри, что происходит. Надя. Ты таки имеешь счастье, что у тебя в гостях Марат. Ёлки-палки. Ай-яй-яй, Марат. Ну что, давай щипцы вылавливать, выхватывать. Жека, взрывай. Я еще и курдюк целый посунул. Молодец. А что такое курдюк? Курдюк? Да. Это тот силиконовые губы на жопу у барана. А, я понял. Это сейчас, как это, женщины, понял, модные. На баранину насмотрели, забыли. О, хочу такое же, только впереди. И... А может, Жене такие нравятся? Ты Надю видела? Посмотри. Это истинное лицо человека. А Женя, смотри, замолчал. Не, а Женьке дай курдюк тогда все. Конечно, в прямом эфире. Конечно, Женя, да. Чего ты молчишь? Марат, а не этим. А, ты еще ищешь курдюк? Да оставь ты нежность эту запредельную. Марат, как ты делаешь? Берешь руками, кушаешь, говоришь, спасибо, Жека. Спасибо. Я уже вижу, что это шикарный рис. Учись за ним, бери. А хочешь так вот бородой? Горячий Жека. Еще? И ты как настоящий узбек в рот себе кадаешь. Надо вот так вот мял-мял-мял, потом чмяк. И что? Из борды, понял, добро? Сейчас он помешается совсем, вообще будет. Давай, я подержу, ты взорвешь, научи его. Я хочу, чтобы Жека взрывали. Блин, Катя, стой, подожди, Марат, ничего не делай. Подержи. Катюша, иди сюда. Ты посмотри, до каких размеров. Да, это... Барбарис. Ё-моё, многие подумают, что это клещ в нашем плове. А рис это супер лонг басмати, ребята, сегодня праздничный. Это вообще шедевр какой-то, рассыпчатый такой, что просто смотри. А-ха-ха-ха. Ой, горячо. Он еще живет внутри, видишь? Там нанизу все самое вкусное. Да подожди, там еще и мясо. Скажите, а какое мясо у вас? Телятина. Какой вам? Супер лонг. Какие вы молодцы. А что ты хотела? А я и как раз и хотела телятину. Очень горячее, пожалуйста. Подождите, это еще половина плова, ребята. Дайте ему подышать немножко. Все, мы сейчас его забабахаем, украсим. Надя, у тебя ребенок плачет. Все, давай насыпать. Просто ребенок услышал, что мы открыли плов. И начал. И его взбудоражили эти ароматы, елки-палки. Дай Жене, он держит. Он говорит, дайте мне тоже плова. Давай, давай, давай. Сейчас. А я пойду сейчас украсить. Хорошо. Ух ты шо, блин, так аж выпрыгивает, как крапива. Ему же надо дать вот так вот подышать, Жека, ты понял? Ё-мо, Катя, посмотри, посмотри, посмотри сюда. Смотри, бабах-трах-бах, и он живет. Давай, понимаешь? Давай, еще помешай. Ползет, 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 ползет. Сейчас обогатится максимально кислородом, смотри, а, Жека? Да. Ну что, это не жизнь, елки-палки? Это такое все сумасшедшее, медленное, но бесподобно вкусное течение. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ты видишь, Жека, какая-то трис вырос там. Да. О, покажи мясо кусочек. А что его не видели? Мясо как мясо, елки-палки. Смотри, что губы у тебя, когда мы познакомились. А сейчас уже не такие, да? А сейчас что, тот курдюк, короче, уже, елки-палки. Жекенька, давай, родненький, это так вот тебе. Нет, я имел в виду, что еще лучше стали. А про хвостик рассказать? Прямой? Да. Не надо. То другой рецепт. Вот то, когда мы познакомились, как сейчас. А, Сережка? Надя, не можешь ей упражнение одно показать? Для рта. Как рот на шпагат должен садиться, понимаешь? У меня как раз он садится, рот мой, на шпагат, не переживай. Только не надо сейчас проверять, пожалуйста. Ага. Слышь, там у нас вся аудитория во всем мире знает, что у нее рот на шпагат садится, елки-палки. Эй, Жека, брат, так, хватит, теперь место. Надо... Женя, ты доволен? Да. Ты что, да человек мечтал, елки-палки, да. От самого начала, как только в дом заехал. А мы все никак. То беременный, то еще что-то другое, третье. Так кто беременный? Ну, мы по очереди с Надей. Они на нас посмотрели, решили, а чем мы хуже. Да, Надя? Да. Вот это правильно, смотри. Вот это морковочка, вот это мясо, вот это шикардос, вот это все, что там надо. Ёлки-палки. Мама-джан, мама-джан. А Жека, поверни вот так. Жека, скажи мне, у вас на улице есть друзья? Можешь не говорить, да. Я думаю, что нет. А, есть? Ну просто после этого видео у вас появится очень много друзья. И все захотят
к тебе каждый вечер приходить, там бассейн, плов, рот, шмот, короче, делать все. А! И шпагат, Надя, в завершение. Да, и в конце наш шпагат. Для нутика, нутика, давай. Да тут нутика столько, Манат, что ты просто именно молодец. Давай, давай. Ты сегодня приготовил не по-детски. Ну, такой классный. Ай-яй-яй. Все, давай я это накрывай. Бабах-трах-бах. Ну, а ты, Женечка, проведи нас туда, где мы будем это дело кушать. Сейчас еще это не конец. Я знаю, что не конец. Я иду с этой кастрюлей. И морковка. И я хочу... Ух ты, сыпется. А это голубям, правильно? Жека, выпускай голубей. Чтобы песни звучали. Мама дорогая, карась заморский, а ну... Катюша, ёшкин ты кот. Ты посмотри, что ты на кого ты хотела кричать? Елисей, перестань баловаться с кока-колой, хорошо? Елисей, оставили мою воду? А то я тебя ухожу до радой. Смотри. Жека сам придумал. Карась американский, понимаешь? Засушил до такого, что теперь... Завялил. Да, да. Многие просят рецепт. Ребята, все к нему в Инстаграм. Голуби, Дорада, все ну к Жеке. Все, подписывайтесь на Женю. Да, да, ставьте лайки, и будет вам счастье. Смотри, что делает Марат. Берет манго и украшает аккуратненько наш плов. Идем. Это не манго, это морковка. Да не пали ты контору, ну выглядит же как манго. Нет. Ребят, мы эту морковку отдельно готовили. Кто не знает, у нас есть видео. Да. Обращайтесь. Так и называется свадебный узбекский сладкий плов. В деталях, как это все сделать. Вах, 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 вай, вай, вай. Дайте пройти. Ты что? Все, щикардос. Конечно, и тебе можно плова, конечно. Чуть-чуть. Хорошо, чуть-чуть. Так, куда, даже не знаю, куда всунуть, вот сюда. Катенька. Ай, песня, огурчики. Короче, ладно, друзья, я от всей души и с хорошим настроением. Для вас сегодня были в гостях у замечательных людей. Надя, вчера еще беременная. Жека, завтра на работу. Ну и Марат с Липованом. Всем пока-пока. И ты, чао.